Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня я играю в Friday Night Funkin' и по многочисленным просьбам буду играть в режим про Селивера. Это, ребята, сын монашки нашей, Сарвенте, и ее бойфренда Рува. Кто у них родился, скоро мы узнаем. Ну а кто не смотрел предыдущее видео про монашку и Рува, можете посмотреть, оно уже есть на канале, и я думаю, оно вам понравится. Ну что, ребята, давайте смотреть. Вот она, кстати, тут есть и эта же неделя, если вы не играли, можете поиграть. И вот такая вот загадочная неделя с вопросиками. Давайте пройдем ее на сложности Alt. С днем, дурака! Я чувствовал, что мне нужно остаться, прежде чем я начну ныть по малейшему поводу. Да, лол, я вижу тебя. Ну да, все хорошо, ожидайте, что я буду много говорить, но вы знаете, мне все равно, если это вас сильно раздражает. Ну что, давайте развлечемся? Ребят, запасаемся терпением, действительно, диалогов будет много. Ха! Что? Что? Я вижу. Вмешательство в мой собственный параллельный мир. О, смотри, чувак, я не знаю, как вы очутились тут. Но демон и преступник, которых вы ищете, вероятно, сейчас появляются. Меня зовут Селивер, кстати. Не нужно представляться, Red Cat. Я просмотрел твои файлы, чтобы узнать твое имя. В то же время я буду называть тебя Тупой. Я немного зол, чтобы вы вошли в мой параллельный мир. Я сделал это временно, чтобы моя сестра могла хотя бы почувствовать тепло наших родителей. Даже если в этой параллельной вселенной я творил, это не настоящие они. Итак, пока моя сила может удержать это место вместе, я покончу с вами и этим местом. Вот черт, опять это начинается. Ну что ж, ребята, придется показать, кто тут главный. Погнали. Смотрим трек. Уху, круто, мне нравится. Начало классное. Ой. Так, подождите, у меня что-то очень подлагивало в начале. Но ничего, вроде. Вроде держусь. Много пропустил из-за этого, ну да ладно. Не критично. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Ну что, на кого похож? На маму или на папу, ребят? О, смотрите, от него отделяется какая-то дьявольская тень. С рожками. Интересно, интересно. Какая-то дьявольщина здесь происходит, ребята. Класс. Вообще, мне очень нравится режим Сарвенте, очень классная музыка, наверное, один из моих самых любимых. Так что, на мальчика, на Руа, мне больше всего на Руа, конечно, он похож. Наверное, на маму он похож только одеждой где-то, вот какими-то каблуками, крылышками, ну и рогами, наверное. А внешне, конечно, на Руа больше похож. Так, ну что, ребят, я рейтинг свой исправил из Б на А из-за того, что вначале меня очень круто подлагивало. И сейчас вроде неплохо все происходит. Классный, классный трек, мне очень нравится, прикольно. Я очень рад, что обновили эту замечательную неделю, на мой взгляд. Не очень красиво себя ведет, конечно, сыночек, показывает разные неприличные жесты. Но что поделать, такая молодежь, ребята, тем более если не занимаются воспитанием. Кому заниматься воспитанием? Ру, который сам такой же, либо же монашки, которая вообще дьяволица. Непонятно. Как в такой семье могут вырастить хороших примерных детей? Да, ребята, еще одна отсылочка. Я буду делать еще, наверное, отдельно треки все на английском языке без комментариев. Потому что многие хотят просто послушать трек. Для них специально будет еще такой эксклюзивный вариант.
Воу, класс, ребят, мне очень понравился режим. Шикарный трек. Давайте слушать, что будет дальше. Ты тупица! Ты действительно ожидал хорошей концовки? Как будто ты забыл, что сказал в первый раз, когда ты вошел в мою игру, лол. В любом случае, спасибо, что позволили мне зря потратить время. Получайте удовольствие от разрушения вселенной и вас вместе с ней. Довольно грустно видеть, как вы умираете вот так, но мне все равно. Пока! Пока-пока. И тут, ребята, произошло еще странное одно действие. Появилась сестра. Может, в следующий раз мне будет разрешено встретиться с реальными мамой и папой? Когда-то. Круто, ребята. Может, еще будет следующая неделя, в которой будет сестричка. Это, получается, дочка Рува и Сорвента. Но сейчас, ребята, еще раз этот трек, но уже без моих комментариев. 3, 2, 1. Ребята, теперь точно все. Спасибо, что смотрели. До новых встреч на моих каналах. Всем пока.